Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня очередное видео «Пустые баночки. Бытовая химия за декабрь месяц». Смотрите вы в 2019 году или в 2020? С наступившим Новым годом. Давайте начнем. Первое. Закончился жидкое мыло Космия. Голубом. Минералы вроде, да. Гель-мыло для рук с морскими минералами. Экономичное расходование, бюджетная цена, хорошо моют руки, приятное, не очень жидкий. Мне понравилось, да, можно брать. Так, закончилось сорти для мытья посуды. Так, бальзам с витамином Е. Не экономичное расходование. Хорошо промывает посуду, борется с жирными стойками на посуде, там на сковородке. Вот, и бюджетная цена. И ухаживает за руками, они не сухие. Потому что здесь содержится витамин Е. Так, закончилось две морские соли. Первая соль закончилась, соль Док Морей. Мы не первый раз уже берем. С ромашкой, очень классная. Благотворно влияет на улучшение качества сна, снимает нервное напряжение, устраняет красноту, аллергии, повышает стрессоустойчивость. Хорошо расслабляет. И желтого цвета, да, вода окрашивается. Следующая моя любимая соль, самая бюджетная, 20 рублей в Ашане. Морская соль, 500 грамм. Что у нас это делать, я забыла. Санкт-Петербург. Вот. Очень классная, крупная, но она не красится, она натуральная. Закончился вот такой ополаскиватель для рта. Ашан, 500 миллилитров. Хорошо ополаскиватель, не такой сильный, не едкий. После него свежее дыхание, полость рта очищена. Вот. Мягкий ополаскиватель для рта. Так, из порошков. Закончилась Дося, Color Автомат. Вот такие маленькие я беру, когда мне надо одну-две вещи постирать, чтобы капсулу не тратить. Хорошо отстирывает, не оставляет никакие пятна и оставляет цвет, сохранение цвета. Вот. Он там до 40 рублей стоит, вот так вот, 400 грамм. И для автомата, и для ручной стирки. Так, закончился тоже сорти Color Автомат. В декабре я что-то очень много стирала. А сохранение цвета тоже бюджетный, хороший. Приятный аромат, отдушка от него. Тоже хорошо отстирывает. Никаких претензий нет. Я покупаю, если одну-две вещи. Ну, мало ли, постирать белую или красный, там, свитер или еще что-то. Чтобы капсулу не тратить целую, беру вот такие порошки. Кондиционеры я больше не покупаю. Так, и закончилась упаковка Ариэль капсулы. Сейчас вам покажу. У меня вот одна капсула осталась, как она выглядит. Вот. Просто кидаете ее в барабан. Видите? И она сама там растворяется и борется и с пятнами, и кондиционер здесь, и порошок. Их часто продают со скидками. Ариэль, например, продается в фикс-прайсе 200 рублей. Часто бывает в Пятерке со скидками, в Диксе. Но если сравнивать, какие лучше Персил, Тайт и Ариэль, пока у меня лидирует Ариэль по капсулу. Вот, лоск еще не пробовала, но мне нравится. Зачем покупать? Здесь пишут 13, как 2 килограмма порошка. Очищает, выводит пятна, защищает цвет. С пятнами на ура справляется. Даже с кипячением просто. Все чистенько, свежо, никаких пятен, никаких разводов. А порошок иногда мог быть оставлять разводы. Капсулам просто довольна. Так, следующее. Закончились вот такие ватные диски Ашан. Бюджетные, хорошие. Не слоятся. Мне понравились. Вот эти ватные диски можно брать. Не расслаиваются, как некоторые другие. Так, закончилось мой любимый для туалета Комет. Мне вообще... Бытовая химия Комет очень нравится.
Вообще стоит 170, но можно ухватить со скидкой за 100 с чем-то рублей. Комод убивает до 99% бактерий, сияющая чистота, эффективен при сильных загрязнениях. Ну, тут пишут, можно ванну, туалет и плиту кухонную. Но я использовала только для туалета. Хорошо очищает, налет хорошо справляется, все чисто, свежо и бело. 1 литр хватает, ну, на месяц такой упаковки, даже если через 2-3 дня мыть. Вот. Мне очень нравится, удобный носик. Ну, стандартная вот эта вот упаковка, что у Доси, что у нас еще есть. Ладно, пройдем. Так, закончилось очень много бактериальных салфеток. Так, первые закончились вот такие гармония свежесть салфетки. Они тоже бюджетные для рук. Плотные, бархатистые, не сильно пропитанные. Убивают 99%. Продаются такие в Ашане. 20 рублей стоят, очень бюджетно. Так, закончились вот такие салфетки. Такие продаются вроде фикс прайс. Это влажные салфетки, защита увлажнения, бережный уход, 25 штук. Цветочно-фруктовым ароматом. Они более мелкие, хорошо пропитанные. Ну и быстро заканчиваются. Тоже неплохие. Так, Котта закончились влажные салфетки антибактериальные. Хорошо пропитанные. Эффективно очищают, дезинфицируют без содержания спирта для всех типов кожи. Тоже быстро заканчиваются вот эти вот маленькие. Так, закончились вот такие шапочки. Они продаются в Ашане, вот такая упаковка. Они, как считается, медицинская для душа. Они 20 рублей, 3 штучки стоят. Я одевала, когда делала, ну, какую-нибудь маску для волос. Ходишь 20-30 минут в шапочке. И потом, ну, чтобы не пачкать одежду. Ну, кто для душа, кто для чего. Как медицинские. Так, закончились вот такие. Мы тестировали большие фамилия. Бумажные полотенца, они получаются 2 XL, они здоровые, почти как двойной рулон, один рулон как двойной. Нам понравились, мы еще будем покупать, хорошо впитывают, плотные, нам понравилось, очень классно. Так, и для туалета закончился вот такой утенок. Он не так быстро смывается. Можно тоже ухватить со скидкой за 79 рублей и в разных сетевых магазинах. Вот, активное очищение морской. Вот. И тоже использовали вот такой Бреф. Ну, это то, что было, я взяла Бреф со скидкой. Вот, тоже ухватили за 79 рублей. Это немцы делают, но вот эти Бреф мне не очень нравится. Да, сильный аромат, сильная душка, но он быстро смывается. Через 4-5 дней он может все. Вот. И за 150 такую не рекомендую покупать, если только со скидкой. Вот. 4 в 1 формула. И вообще Бреф для туалета, который жидкий, вот типа такого, не берите, полная К. Только душка, а чистить ничего не чистит. Вот такие были пустые баночки бытовой химии за декабрь месяц. Надеюсь, вам было интересно. Жду от вас комментариев, лайков. Подписку, чтобы не пропустить очередное видео. Всем пока-пока!